птицы кричат, бедолаги. Холодно, представляете, согреваться криком. Ну, кормушек полно. Они не голодают. Морозец. День второй. Снова иду на почту. То, что должна была получить вчера, мне почему-то не выдали. Просто не нашли. Я позвонила. Оказывается, лежит посылка, ждет. Так мы посмотрели. Перехвалила я их, сотрудников Почты России. Прогуляться полезно, только когда на улице минус 30, не очень приятно бегать. Не близко почта находится. Остановки две примерно от меня. А вчера я пока до дома дошла, отморозила щеку левую. Она прямо белая была. Ну, потом вроде отошла. Сейчас буду закрывать лицо. Шарф надела большой, палантин. Укутаюсь сейчас. Никого нет. Народ по домам сидит, чай пьет. Морозец. Интересно, Пушкин такой день имел в виду, когда написал «Мороз и солнце, день чудесный». Вот такой он мороз имел в виду? Минус 30? Или все-таки помягче? Потому что день чудесный, но он очень морозный. Он, конечно, солнечный, но уж очень холодно. Прям морозяка. Рот откроешь, зубы мерзнут сразу. Ой, холодище. Холодище, морозище. Ну ничего, скоро уже будет потепление. Это последние морозы. В феврале еще вот нас ветра помучают. И все, в марте уже до лета рукой подать. Ну как же без таких морозов? Надо иногда. Хорошо, что они не затяжные. Недельку-две всего. Пушкин, ты был неправ. Холодно. Не чудесный день. Очень холодно. Прям морозяк. Давайте побежим. Может, согреемся. Прям дубак. Эх, Пушкин, Пушкин. Наверное, ты не в Сибири писал это стихотворение. Ой. Я вернулась домой. Получила посылку. Сейчас буду распаковывать и вам покажу. На улице такой мороз, я еле добежала, прямо вот рот открыть нельзя, чуть зубы не полопались у меня. Представляете, какой мороз, ужас. Мне кажется, что я щеку обморозила, левую, это еще вчера обморозила, а сегодня добавила. И прямо вот, ну лицо примерзло у меня, правда. Лицо приморозило сегодня сильно. Ну все, давайте посылочку смотреть. Там очень что-то интересное. Вот она, эта заветная посылочка от Никиты. Никита, привет. Он мне отправил подарок. Сейчас я ей открою и вам покажу, откуда начнем разрезать. Две коробочки. Мы будем открывать. Начнем. Ой, сколько много. Вы посмотрите, какое чудо. Вот такие огромные серьги. Все, как я люблю. Я люблю крупные украшения. И это серьги из янтаря. Вставки янтарь. А вот этот металл мельхиор. Посмотрите, какие они огромные.
Огромные и легкие, потому что янтарь легкий. Вот они прям невесомые. Вот такой янтарик. Зеленый. Он называется грильяж. Такой зеленый. Зеленого янтаря у меня еще не было. Мама дорогая, посмотрите, какой перстень. Это просто идеальный комплект. Вот это да. Это мне подарок. Сейчас я надену. Посмотрите, какое кольцо шикарное. Огромное. Преогромное. И вот с такими серьгами. Так, тут что? А тут что? А это тоже в мельхиоре кольцо с молочным янтарем. Посмотрите, какой выпуклый кабошон, высокий. Сейчас я достану свой браслетик. Мне кажется, что он очень хорошо к нему подойдет. У меня еще сережки такие есть. Вот, посмотрите. У меня вот такой браслет. Я вам его уже давно показывала. Он как-то сливки и мед, по-моему, он называется, вот этот браслетик. И к нему я заказывала вот такие серьги. Вот эти серьги я заказывала к нему. Посмотрите, как хорошо подходит. Они, конечно, светлее, но все равно они подходят. Сколько красоты! И вот это колечко, оно тоже светлое. Ну вот с серьгами вообще идеально получилось. И теперь полностью комплект. Ну вот это-то вообще кольцо шедевральное. У меня еще вот такой есть браслетик. И вот эти серьги к нему я покупала сама. Серьги и кольцо я покупала здесь. Вот мне кажется, это одна серия даже. Вот. Даже они очень похожи как-то, мне кажется. Вот такой же шарик тут есть. Вот. Смотрите, как похожи. Это я покупала у нас в Красноярске на ярмарке. Вот эти серьги. И там же я покупала кольцо. Вот я полностью подобрала комплект под вот этот браслет. Вот, это я подобрала здесь, в Красноярске. А вот под этот браслетик я никак не могла найти вот такого молочного цвета серьги. Потом я нашла, это появились там же на калининградском сайте. Вот эти вот серьги, а это мне уже отправили в подарок. Сколько добра. Ну вы посмотрите, какой янтарик. Какой огромный. Это же просто гигантское кольцо. Камень какой огромный. Сейчас посмотрим, что в этой коробочке. А в коробочке вот такой браслет. Гигантский камень. Сейчас я его надену. Сколько стоит, не знаю, потому что я это не покупала. Мне это подарили. Это подарок. Никита, как все подобрал идеально. Ну, посмотрите, прямо вот комплект. И цвет у камня одинаковый, у янтаря. И вот этот вот лепесток сбоку. Ну вот прямо комплект, комплект. Сейчас я надену. Слушайте, наделся одним щелчком. Мгновенно. Вот так на руке сидит. Вот так повыше я его надену. У меня запястье где-то 17,5. Ну вот, на меня сел идеально. Прямо вот хорошо сидит, уютненько.
Ой, это украшение обязывает. Это надо как под него нарядиться. И какой должен быть макияж? Ой, вообще классный. Какой классный комплект. И только круги по воде. Ты где? Вон, посмотрите. Я очень довольна, Никита, спасибо. Я просто счастлива обладать таким комплектом. Подарок замечательный. Спасибо огромное. Смотрите. Я шамаханская царица. Вы не представляете, как мне это нравится. Вот это мне нравится очень. Не знаю, слов нет. Кроме того, меня пригласили в Калининград на неделю. И теперь я думаю, ехать или нет. Может, все-таки поехать? Это совсем не то, что вы подумали. Просто меня пригласили в Калининград. Ну, посмотрите, какая прелесть. Это для тех, кто не мог найти серьги к своим браслетам. Теперь там есть все. Понятное дело, что все, что я сейчас показываю вам, вот эти украшения, это мне отправили на обзор, как рекламу. Ну, в подарок. То есть я ничего за это не платила. Но, может быть, кому-то надо, и многие мне скажут спасибо за вот эти вот украшения, потому что они действительно красивые. Я таких вот не видела, правда. Вот таких огромных я не видела. Я довольна. Это то, что я люблю. И вот так смотрятся сережки с желтым янтарем, с молочным. Сливки и мед называется. Они правда белее, чем мой янтарь на браслетике. Янтарь поярче. Ну вот смотрите, для сравнения. Видите как? Этот прям белый-белый. Но под него можно сделать колье. Я покупала янтарь на Авито. И он бело-желтый. То есть, если сделать колье, то можно угадать. Но это, конечно, уже будет перебор, еще и колье. Вот такие огромные серьги. Этого, я считаю, достаточно. А серьги и кольцо этого достаточно. Можно без браслета. Лучше, наверное, со светлой какой-нибудь одеждой, потому что он, ну, прям светленький такой. Ну и с черным хорошо. Ну и вот так этот янтарь-грильяж смотрится с черным платьем. Я просто в восторге вот от этого комплекта. Очень красивый. Посмотрите, как красиво. Шикарно просто. Хочется прям рукав, чтобы три четверти был совсем коротенький, чтобы прямо вот ничего не отвлекало. А на этом все. Надеюсь, это видео было полезным для кого-то приятным. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.